Всем машинам, всем машинам. 1199, срочный вызов, код 3, психиатрическая больница «Маяк». Это 184-й. Вызов принял. Выезжаем. Принято, 184-й. Итак, детективы, я знаю, что вы только что сделали, но, боюсь, нам придется сделать крюк. Что-то серьезное? Бунт? Вызов пришел недавно, сказали, там много убитых. Там уже полдесятка машин. 131-й, прием. Может быть, этот призрак того врача, который спятил и убил много пациентов? Нет, совсем не так. Пациенты пропали. Какой-то скандал? И все равно, жуткое дело, верно? 127-й, 124-й, прием. Джозеф, думаешь, тут есть связь? Возможно. По-моему, это дело засекречено. Всем машинам и больнице, ответьте. Диспетчер, это детектив Кастеллана, с машины 184. Что происходит? Прием. 184, там какая-то проблема. Больница моя. Связь. Есть ли... Черт! Ну, боже! Младший детектив Кидман. Есть идеи? Пока нет. Думаю, мы узнаем, как только прибудем. Что скажешь? Коннелли, свяжись с диспетчерской и сообщи им, что тут творится. Джозеф, Кидман, за мной. Пойдем осмотримся. Ладно. Окей, давай осмотримся. Всем ку, ребята. Так, что у нас тут? Давай. Экстренный вызов. Я знаю, возможно, вы эту игрульку видели, она старенькая, но я в нее не играл. Так что захотелось немножечко, как говорится, хоррора. Бля, какая красота. Так, давай, побежали. Пока мы сбегим, хочу напомнить, что у меня есть второй канал. На нем иногда редко я там пару раз в неделю PUBG запускаем. И на стримах там можно сидеть и, как говорится, не следить за метлой, как в некоторых играх. Так что приходите, не стесняйтесь. Пахнет кровью. Ладно, будь начеку. Посмотрим, что там. А ты сторожи эту дверь. Может, я с вами? Мы не знаем, что нас там ждет. Будь здесь. Ага, знай свое место, женщина. Так, а здесь... А здесь люди отдыхают, да? Варенье наелись. И лежат, отдыхают. Хорошо, ладно, идем. Идем посмотрим. Ты что-нибудь слышал? Ну, такое. Что-то упало. Так, бонжур. Здесь кто-то живой. Донде стала библиотека? Ля, во время работы занимается, да? Понял. Так, мужчина, с вами все в порядке? Все в порядке, хорошо. Так, что решишь, кто там, что там? Так, а у нас тут ничего нету, интересно. Блин, я хотел посмотреть, что там находится. Вы ранены? Что произошло? Не может быть. Невероятно. Рувик. Кто Рувик? Я о нем позабочусь. Надо проверить камеры наблюдения. Владелец шаурмичный? Рувик, понял. Ладно, давай проверим. Только давайте сначала тут проверим. Ничего ли тут нету, не запрятали от меня. Так, кто же спит, варенье наевшись? Ага, не, вроде ничего нету, да? Ну, по идее, вначале нам ничего нету. Ой, извините. Ой, я таки извиняюсь, что я по вам прошелся. Вначале, наверное, вряд ли что-то будет. Так, давай смотреть. Рувик. Это ты.
Да ты шоля. Какого черта? Флэш, да? О, бонжур. Бонжур, Рубик. Что? Все, конец игры. Мы ее не прошли. А было прикольно. Кажется, вы не справились с заданием. Ждите в следующем году продолжения. О. Да. О, здорово. Как оно? Слышь, ты Рувика не видел, не? Понял. Что-то какой-то серьезный мужчина. Так, обзор мышью. Оно? Ой. Понял. Понял. Дела наши пахнет писунами. Что я могу сказать? А мы не можем никак освободиться, да? О, а дай ножик, пожалуйста. Дай. Мистер Бабайка, подайте ножик, пожалуйста. А, я понял. А, он его даже пополам разделил, ля. Окей, так, все. Давай. Достал нож, режь. Да, ребят, играю первый раз в эту игрульку. Так что если буду тупить, а я по-любому буду тупить, то сори. Чпуньк. А нас типа не услышали, да? Давай, давай, давай. Ага, ствола нету, хорошо. Так, что тут присесть? Во. Ага, чтобы присесть, нужно зажимать, хорошо. Только неудобно, конечно, но ладно. Так, скрытность. Краса. Так, а куда ты пошел? Куда ты пошел? Еще мы тут можем найти с тобой. Ля, ключики. Давай, забирай. Связка ключей. Эта связка ключей была найдена в подвале. Ага. Окей. Все. Все. Давай. До побачення, мистер Бабайка. Все. Пошли отсюда. Тихо. Я представляю, какая здесь войнища. Давай, быстрее, чуточку быстрее. И еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть, еще самую малость. Так, а ты быстрее можешь идти? Контрольная точка, хорошо. Окей. Давайте, наверное, на присядки пойдем, потому что что-то как-то напрягает меня это все. Ага, растяжка. И как мне обойти растяжку? Как мне обойти? Понял. Обошел, проверяй. Ой. Черт. Ой. Беги, пожалуйста. Ну, до побачення. Давай, не оглядывайся, уходи. Ах ты, падла. Ножку мне коцнул. Все. Ой. Быстрее, пожалуйста. Давай. Шикарно. Так, ничего не вижу, куда я лечу, но вроде все, даже бассейн есть. Ну, в принципе, неплохо, да? Ведь немножко почистить и можно жить. Ну да. Короче, весь букет болячек, который возможен, я только что проглотил, позволяю. Тем более у нас даже нога коснутая, туда еще что-то попало. Так что, в принципе, можешь никуда уже не идти. Тебе все равно конечные. Ну ладно. Так, побежали мы сюда. Ну ешь ты хромоножка, ля. Больно. Интересно, когда нам аптечку дадут?
Или тут, наверное, крафт будет, да? Как обычно в таких играх. По-любому сейчас нужно будет найти какую-то бумажечку. Там бутылочку, там листик какой-то и что-то себе делает. Так, что у нас здесь? Ага, ничего. Ну и ладушки. Да, по поводу игрушки «Затопленный мир», не знаю, если кто-то подписался ради только той игрушки, то выйдет пока месяц 7 серий. И хочу немножко отдохнуть от нее, поиграть во что-то другое. Потому что что-то переиграл ту игрульку. Так что как-то так. Так, пошли. Угу. Тут два варианта. Либо направо, либо до челика. Только я не хочу, чтобы челик сейчас на нас напал. Ладно, давай сходим. У нас же, по идее, нож есть, правильно, или нет? Где же выход? Действительно. Бонжур. Так, старая записка из канализации. За запертыми воротами в дальнем конце канализации находится лестница, по которой можно подняться в старое крыло. Если сможешь пробраться туда, найдешь лифт, который везет тебя, вывезет тебя наружу. Ты сможешь бежать и, возможно, выжить. Окей, 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 окей. Ладно. Так, давайте посмотрим, что у нас. Что у нас тут очки. Блин, и там дверка, и тут дверка. Я надеюсь, что мы правильно идем. Так. А дай-ка мне бинтик, пожалуйста, либо. Либо не бинтик. Блин, возвращаться к той двери или нет? Или там закрыто? Ладно, уже поздно. Будем делать вид, что там закрыто, что мы туда ходили. Я знаю, вроде есть вторая часть этой игрульки. Но там, по-моему, и графика лучше, и системные требования помощнее. Так что не знаю. Пройдем эту. Попробую потом скачать вторую. Если пойдет, то и вторую пройдем. Если не, если будет сильно лагать, то... То как-то может уже потом... Так, что это? Очередная записка. Результат положительный. Синхронизация мозговых волн. Окей, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Так, пробел. Блин, единственное, что я здесь не хочу, чтобы было, чтобы когда подходишь к такой двери, надо было эти загадки разгадывать. Нажать колесико, либо пароль искать, либо еще что-нибудь такого плана. Надеюсь, здесь такого не будет. Так, бонжур. Все, давай мне сохранялку, давай мне аптечку и дай мне ствол, пожалуйста. Так, ага, угу. Понял, ничего нету. Ладно. Давай смотреть. Не-н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 е. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Контрол, контрол, контрол. Ты чего? Ты чего? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Гарри, don't move. Все, все, уходи, пожалуйста. Ага, понял. Боже, я как кончено. Ага, отлично. Он дверку нам открыл, да? Все, можно выходить или нет? Я просто не знаю, можно ли выходить отсюда или нет. Ладно, была не была. Ладно, была не была. Так, оповещение врага. Поблизости враг рядом. Обнаружение врага, враг вас засек. Хорошо, большой глазик, да? Когда враг
подойдет к вам на определенное расстояние, появится значок близкости. А, близости. Когда враг обнаружит вас, появится значок обнаружения. Окей. Ай-я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 й
комнату в следующую. Не, у тебя нет такого желания? Блин, не люблю такие моменты. Не люблю такие моменты. И не хотелось бы откиснуть мне сразу же в первые минуты игры. Так, и что мне делать? Ага, ага. Черт. Согласен. А! Придурок, убегай, пожалуйста, убегай. Убегай. Нет. Ну не трогай меня, ну пожалуйста. Ну нет. Все, 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 меня здесь нету. Ёбаный монстр. А как оно меня заметило? Ну не ври, что ты меня догонишь. Ну не ври, все. Нет, нет, пожалуйста, дайте мне хоть что-нибудь. Дай хоть что-нибудь. Ой, бред какой. Я еще не начал даже играть, у нас уже забаранили. И что мне делать, если он меня замечает? Да я понял, поблизости враг. Все, 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 до побачення. Нельзя, чтобы он меня увидел. Думаешь? Ага, он сюда идет, да? Или нет? Куда ты идешь? Придурок, куда ты идешь? Блин, что мне с ним делать? А! Он идет сюда, быстрей, пожалуйста, быстрей. Заметил? Да, нас заметили, ребят. Ребятушечки, массы только не бей. Пожалуйста. Блин, жесть. Все, 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 меня здесь нету. Да нету тут меня, нету, врешь. Бутылочка. Ага. Дон достали библиотека. Все. Спрятались. Я на это надеюсь, что мы спрятались. Так, все, мы правильно идем. Пожалуйста, пожалуйста, будь эта дверка открыта. Пусть эта дверка будет открыта, ура. Все, все, все. Меня здесь нету. Ой-ой-ой, беги, пожалуйста. Нет, пожалуйста, беги. Так, что тут делать? Куда надо? Давай, быстрее, быстрее. Стрёмно, однако. Ну реально стрёмновато. Чей курево закончил это?
Во. Хорошо. Так, пошли. А, все, ты не хромаешь? Да? Хромоножка закончилась? Понятненько. Это сколько ты здесь провел? Тихо, тихо, тихо. Ты чего? Это что такое было? Все, 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 уходим, уходим, уходим. Он не вышел, я бы подождал, но... Пожалуйста, успокойся, Лесли. Успокойся, Лесли. Успокойся, Лесли. Успокойся, Лесли. Вот черт! Назад мы не вернемся. Черт, что со связью? Боюсь, они мертвы. У вас там все в порядке? Пара синяков, все хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Все хорошо будет, когда выберемся. Хорошо. Еще немного и выберемся. Хорошо, 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 хорошо. Падаем. Падаем!
Я таки извиняюсь, но что этот мужчина делал на нас сверху. Так, что это такое? Угу. Так, причина остается загадкой. Более дюжины изуродованных. Окей, пробел. Во, а это походу лекарство, правильно? На тап нажать и... Или не? Эй, здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. О! О, здорово. Здорово, тараканчики. Бонжур. Мы проснулись. Что с остальными? Что с городом? Вы о чем? Прямо сейчас здесь, кроме вас, никого нет. Не время, женщина. Так. Куда она делась? Ага, а что тут? Тут ничего, да? Ладно. А ну пошли к зеркалу. Идем посмотрим. Будет ли оно работать, либо нет. Хотя навряд ли в основном... Эй, здесь кто-нибудь есть? Да ты сейчас с кем разговариваешь? Не. Даже нельзя посмотреть, как говорится, в зеркало. А можно как-то мне выпить таблетку? Не знаю, там. А, что это? Что это нажал? Что за хренотень? Понял. Надо запомнить, на какую кнопочку, либо перенести больница. Потом. Это очень важное для вас место. Здесь вас всегда ждут. Меня положили в больницу? Боюсь, что я не могу вам ответить. Пожалуйста, распишитесь здесь. Да, без проблем. Если не распишетесь здесь, то не сможете сохранить свои воспоминания. Да все, все, все. Сохранил. Так, новая ячейка. Все. Перезаписать. Принять, да. Окей. Слышь, пусти меня, пожалуйста. Сюда, пожалуйста. Понял, хорошо. Здесь это не электрический стул, не? Пахнет лекарством. Меня сейчас не мэкнут тут. Так, у меня есть 100 каких-то баночек. Давай, седай. Все в порядке. Пожалуйста, расслабьтесь. Если ты поможешь мне расслабиться, я расслаблюсь. Пожалуйста, садитесь. Это еще что? Ну все, это конечное, да? Не сопротивляйтесь. Это для вашей же пользы. Нет. Так, улучшить навыки можно с помощью зеленого геля. Требуется 100, давай. Видите? Так гораздо лучше. Что именно? Я схожу с ума. А? Что заставляет вас так думать? Бля, бля, нет! Я буду ждать. Я к ней больше не вернусь. Ага, это нас проглючило, да? Ладно, выбираемся. Так, ну что, давай смотреть. Что здесь творится? Где я? Так, что это? Шприц. Использовать. Кидман, ты где? Так, нажмите на V, чтобы использовать. Во, прикольненько. Чпонг. Коннелли. Ага, аптечку использовали, хорошо. Так, что у нас тут есть? А у нас тут не че... года. Хорошо, побежали тогда отсюда. Вот, по-моему, сюда. По следам варенья пойдем. Так, надеюсь, нам недолго бежать. Потому что вроде дождь начинается. Так, а ну, кишь отсюда. Пошли отсюда.
Ага, и на F, да, могу нажать. Чтобы драться. Хорошо. Бумс. Во, какое-то зелье дали опять. Только я не понял, что мы с вами прокачали. Мы-то что-то прокачали. А что конкретно? I don't know. Говорится, что это за слово? Так, кто в курсе, что это за землетрясение было? Или это нас... Или это нас глюкнуло, и землетрясения никого не было? О, бонжур. Ой, он что-то там нямает. Слышь, а что ты там нямаешь? Револьвер. Коннелли. Прикольно. Понял, он там дядю какого-то нямает, да? А, ну, у него отрыв башки, короче. Понятненько. Жесть. О боже, Коннелли. Ты чё творишь, придурок? Ладно, ладно. Жесть. Все, хватит. Дай баночку, пожалуйста. Дай, пожалуйста, баночку. Минус Коннелли. Минус Коннелли. Здесь ничего нету. Окей, значит, там остался, получается, доктор, блондинчик вот тут и наша мадама. Так, о, дай. Не хочет. Ну и ладно. Так, баночка. У нас уже 600 очков. Прикольно. Это, наверное, мы будем с вами... Ты кто такой, придурок? Мы, наверное, будем с вами прокачивать этот, как его... Больно. Навыки. О. Ты об этом? Ты Лесли, да? Я из полиции. Я постараюсь помочь. Черт. Как же мне отвезти тебя в больницу? Больница! Понятно. Что за хуйня? И не говори. Так. Пробел. Удерживайте пробел. Все, получены детали ловушки. Детали ловушек нужно для создания стрелка арбалета. Ага. Ага. И как мы будем создавать? Как мы будем создавать стрелы к арбалету? На таб... Не. На С. В. В. Короче, не знаю, как создавать. Может, в дальнейшем нам покажут. Блин, конечно, 4 патрушка это хорошо. Так, держите шип, чтобы ускорение расход силы. Ага. О, бонжур. Так, подойдите к лежащему врагу и нажмите С, чтобы его сжечь. Сожженная полностью уничтожена противники расходит одну спичку. Окей, давай попробуем. Бонжур. А, вот спичка. Давай попробуем. Жечь. Прикольно, а что с тебя выпадет? Дай потрошки. И все? Это типа... Ну, окей, ладно. Ладно. Может, в дальнейшем что-то из них будет и выпадать. Конечно, на это надеюсь. Что-то как-то смущает меня заходить в эту дверку. Ну, давайте попробуем. Так, что это такое? Ага, можно к зеркалу, да, подойти. Да не ссы ты, все хорошо, давай. Давай, забирай. А это что у нас?
Так, наконец-то я получил этот жетон. Детектив. Угу. Отлично звучит, мне нравится. Говорят, мало кому удавалось сделать карьеру быстрее меня. Хотя мне казалось, что ждать пришлось долго. Хорошо, так. Черт. Ну, давай, заходи. Так, удерживать пробел, чтобы проснуться. Что понял. За... Я снова здесь? Наверное, я схожу с ума. Походу. Так, идемте потратим эти очки навыков. Не знаю, может мы сейчас это себе здоровье... Не пойму, так далее я видел кошмар. Здоровье прокачаем. Все, сохранились. Сейчас. В чем дело? Побежали. Хочу потратить очки навыков. Так, здоровье, максимальное ускорение, урон в рукопашку, лечение шприцами. Угу. Давай, наверное, здоровье, да? А как это делать? Это типа... Требуется 2000. Ага. 3000, 5000. Оружие. 2500. 1000. Время перезарядки, емкость, точность. Потрошки можем купить, да? Короче, ребят, наверное, давайте мы с вами будем копить это все. Потому что сами видите, 2000 надо всего. Так, лечение шприцами 5000. Бред. Ладно, ладно. Нам этого не хватает, и хорошо, и как отсюда выйти? Ага, вот, да? Да. Все, до побачення. Все, выходим. Блин, а что ж такие цены большие на прокачку? Я так понимаю, нам в ту сторону надо будет идти. Давайте, наверное, ребят, на этом мы серию закончим. В принципе, я думаю, крыться такую коротенькую сделаем. А в следующей серии уже нормально будем минут по 40, где-то по 50, как обычно. Так что все, всем спасибо большое за просмотр, всем мур-мур, пока-пока и до потом.